И управлять транспортом. Да, вызвать бутлегер. Где он? Опа! Черт. Как-то неудачно получилось, черт побери. Как-то очень неудачно получилось. Может, здесь что-то еще интересное? Что это? Рапорт о вызове. Пациент, зип-кубка. Жалобы. Запор ввиду наличия в заднем проходе инородного предмета. Чего? Шесть. Всем привет, меня зовут Александр. Ну что ж, у нас с вами рассвет нового дня в Far Cry 5. Мы продолжаем в него играть. Соответственно, мы с вами в прошлом выпуске, как помните, закончили вот там вот в нычке выживальщика. Но, когда зашел в игру, оказался здесь. Я предлагаю отправиться сегодня к одному очень интересному персонажу, я уже поставил на него меточку, а именно к Уиллису Хантли. Ну, отправиться туда в первую очередь. Если не ошибаюсь, это тот самый Уиллис Хантли, который был в третьей части Far Cry. Здесь у нас как раз есть квадроцикл, наверное, все-таки доедем сейчас до него. Мне прям действительно очень интересно посмотреть, о чем мы не поворачиваем. Мне прям реально очень интересно посмотреть, что он нам скажет. Как он изменился, он это или нет, самое главное, он это или нет, потому что я не уверен на 100%. Мне кажется, что это он. Я вообще здесь проеду? Или я сейчас нарвусь на сектантов? Секунду. Секунду, что творится, а? Привет. Это, походу, охотник. И лось. Дофига стрел. Ну-ка, привет. Мы узнали, что сектанты хранят оружие в элеваторе. Угу. Спутнули их и все унесли. С тех пор так и гоняем друг дружку. Понял. А, тебя можно нанять. Обнаружен новый тайник выживальщиков. Осиное гнездо. Где это? Это очень далеко. Вот здесь вот. Ладно, потом туда съездим. Потому что у нас, в принципе, вот здесь есть задание. Депо Копперхед. Дальше что у нас? Вот здесь какая-то точка, фабрика Сидора. Гарден Вью. А нам, на самом деле, довольно-таки далеко нужно до Уиллиса Хантли. То есть можно было бы смотреть. Ну, нам, конечно же, рисует как-то так по-дикому все это объехать. Но я предлагаю, может быть, напролом. Вот так вот через леса. Мы туда поднимемся? Вообще, на квадроцикле должны. Давайте попробуем. Да, вот здесь нормальный подъемчик. Я думаю, заедем. Давай. Тащи. Или не заедем. Черт бы тебя подрал. А если вот так под углом? Ах, колымага чертова. Пошли пешком. Глядишь, может быть, что-то интересное еще найдем. Или встретим, потому что здесь на самом деле огромное количество животных. Постоянно крики «Это пума!» Пошли посмотрим, кто кричал. Ага, здесь помощь кому-то нужна. Вот о чем я и говорил. Тихо. Так же, как в прошлой серии, наверное, чуть-чуть постреляем, а потом из лука. Черт! Попал, нет? Зараза такая, а? Все путем. Я сейчас помогу. Я помогу, только одна шкура. Я помогаю, успею. Успею. Все, отлично. Спасибо тебе. Да не за что. И наверху какая-то стрельба. Что за дичь творится? Вот, за это мне нравится эта игра, потому что здесь все время творится какая-то дичь. Что-то непонятное. Кто-то в кого-то стреляет, кто-то кого-то атакует. Этот мир живет своей жизнью. Он действительно живой. Он действительно настоящий. Так, смотри. Секунду. Да честно, что ли? Бумер, стой! Это не к добру. Хорошо. Это не к добру. Ты была права. Я тебе помогу, дружок. Все путем. Где моя стрела? Спасибо. Что здесь такое? Еще какой-то кемпинг. Не, ты не родилась в рубашке. А этих кто-то перестрелял. С тобой все хорошо, да? Секунду, оно еще какое-то задание дает. Ну-ка. Слышала, один парень уверяет, что построил телепортатор, а сам при этом живет на свалке. Ну, это же брехня, да? Хотя, кто знает, стоит проверить. Ну, вообще-то да. Вообще стоит проверить. Скажу обязательно, спасибо. Здесь вроде больше ничего особо интересного. Так, о, еще один квадроцикл. Вот, на нем я надеюсь, что я доеду. Бумер, догоняй. Сейчас мы с вами немножечко погоняем по пересеченной местности. Оу, черт! Это было суперски, это было очень круто. Я не знал, что можно так спрыгнуть. Спокуха, что это такое творится? Смотри, это бык, да? Мне кажется, бык нужен был. Так, куда побежал? Он за этой машиной следует. Вау! Спокойно. Спокойно, меня не видит. Ай, зараза.
мы вернулись с вами. Если выберусь отсюда, найду всех, кто зажал... Или нет? Секундочку, где мы находимся? Где мы с вами находимся? Что это за место? Плакат Arcade. Я даже не знаю, что это за место такое. Но мы здесь раньше не были, окей, ладно. Так, давайте этих спасибо, развязывать. Ага. Лучше я умру во время Армагеддона, чем буду прятаться с Лианом в его бункере. Хорошо. Зять рассказывал, что эдемщики хотели забрать у Ника Рая самолет, а он их послал. Иоанн будет в ярости. Еще один персонаж, Ник Рай. Сюда попасть могу? Нет, но внутри что-то есть. Да я вот так вот могу, скорее всего, попасть. Ну-ка. Да. Так. Приказы секты. Я нашел на стене знак сопротивления. Значит, грешники что-то здесь спрятали и планируют напасть на нас. Обыщите всю фабрику Сидра и найдите оружие. Хоть все там разгромите. Главное, результат. Угу. Нашли что-нибудь? Или нет? Ну-ка, может быть, я что-то здесь смогу найти все-таки. Вот здесь какая-то нычка снизу. Тихо-тихо. Так. А вот и оружеечко. Еще немножко баксов. Да нет, у меня на самом деле на это все нету абсолютно места. Смотри, она уже, эта винтовка с прицелом. И у нас с вами, я тут немножечко покопался по навыкам. Вот здесь вот есть где-то навыки. Вот они. Доступно за 8 очков. Можно купить дополнительную кобуру, в которую можно положить все что угодно. Давайте возьмем. Да, давайте выучим. Соответственно, теперь я, скорее всего, могу взять вот такую винтовку. Взять. То есть ничего не заменяя. Гранаты мне не нужны. И в селекторе оружия я могу между ними переключаться. Что творится там? Кто здесь гоняет? Так, высаживаемся. Кто такие? Ну, вроде это не сектанты. А вот там? Не, нет, это не сектанты, все в порядке. Так странно, блин. Еще что-то? Призыв к жатве. Коллапс грядет. Иоанн хочет, чтобы мы свезли сюда как можно больше удобрений, пропитанных блажью. Понятно? Понятно, такое я уже читал. Здесь вроде больше ничего. А здесь владелец был готов защитить свои земли ценой собственной жизни. Скажем Иоанну, что с радостью приняли его условия. Мухи, да? Бумер, что ты учуял? Здесь какой-то канат натянут оттуда. Странно. Ладно. Я вижу еще одного сектанта. Я хотел на самом деле все-таки сгонять туда. Нам осталось для до Хантли всего ничего. Что ты делаешь, сволочь? Черт, недолет. Машины. Пускай пройдут мимо. Угу. И все же. Я смогу в тебя попасть или нет? Ну-ка, если вот так. Куда-то в ногу. Это, скорее всего, твой бензовоз, да? Пойдем посмотрим, что он там делал. Зараза такая. Вот ведь гад. Это очень неприятно. Так, здесь. Секундочку. Он меня сейчас не видит, да? Сейчас аккуратненько попытаемся этого снять. Ну-ка, вот так вот. Отлично. Гражданский даже не понял, что произошло. Я сам не в знаю, шоке, прикинь. Что творится в церкви Агнца Божьего. Угу. Слышал, как кто-то крикнул снайпер, а потом раздались выстрелы. Наверное, это Грейс. Хорошо, спасибо. Еще один персонаж. Так. Счастливо. И тебе тоже. А если вот так вот? Вау, черт, промазал. Но меня они не должны были, по идее, заметить. Они просто поняли, откуда прилетела стрела. Сейчас, покуха. Так. Да, они меня толком не видели. Но на самом деле с лука стрелять довольно-таки сложно. Че это такое? Это граната, черт побери? Это, черт побери, граната. Смотри, какой-то маленький щеночек или что это такое, или козочка. Черт. В дерево. Раз. А это даже не понял, что произошло. Два. Туда же. Последний вот там. Все. Вот теперь разобрались. На самом деле так можно здесь бесконечно их мочить. Но я надеюсь, что конец им все-таки будет. Это что такое? Кто это такой?
Это просто отметка такая, потому что он на квадроцикле или что? Я вижу Пуму. Какого убийцу? Здесь никого нет. Дружок, ты здесь поаккуратней. Все, повеселились немножко и будет. Поехали к Хантли. Он где-то здесь на горе. Давай, 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 тащи. Нормально. Помочь друг другу. День добрый. Это точно он. Черт тебя побери, это точно он. Я знаю, кто ты, помощник, и знаю, что ты делаешь. А я знаю, кто я ты. Я специальный агент Уиллис Хантли. Самый главный уже какое-то время следит за вратами Эдема. Мне дали задание разобраться с этой ситуацией. Но прыщавые умники в Лэнгли сказали мне, у нас, дескать, экономика участия, и прежде чем мы поможем тебе, ты должен сделать кое-что для нас. Так что, как в турецкой бане, ты потрешь спинку мне, я тебе. Простите, мой француз. Давай в машину, объясню по дороге. Окей, погнали. Можно выключить. Я был в отпуске, объезжал все штаты, чтобы пробудить дух патриотизма, когда поступил звонок. Звонок. Меня сюда со специальным заданием прислал он сам. Боженька в штиблетах. Я даже когда это говорю, у меня привстает. Простите, мой французский. Мне нужно получить пленку, которая может скомпрометировать его. Я отследил его до одного из членов веселой семейки Иосифа. Он где-то спрятал эту пленку. А где выяснишь ты? Я его выманю, а твоя задача отследить его до тайника и вернуть мне пленку. Сделай это ради своей страны. А страна поможет тебе с сектантами. Хорошо, договорились. О! Там бумер за нами несется, какой молодец, а? Но чем мне страна помочь-то может? Мы на месте, за мной. Дальше пойдешь пешком. Ну, спасибо. Это туда, да? И что мне нужно здесь сделать, Уиллис? А, следуйте за Уиллисом к вышке Линкольна. Хорошо. Даже не постарел, ты посмотри на него. Все бодрячком держится. Ну-ка. Понял, вижу. Винтовка AR-15 расчистит место быстрее, чем немытый хиппи. Да ладно, давай, может, по-тихому. Тем более, я не хиппи. Так. Вроде все путем пока. Вижу наверху раз, два, три. Здесь вроде больше никого. Сейчас аккуратно. Этот смотрит в нашу сторону. Все путем. Давай-ка попытаемся как-то все это обойти. Ага. Привет. А? Спортом занимается. Молодец, молодец. Здесь не самый лучший вариант для подъема. Тихо, 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 бумер. Мы не уйдем. Не уйдете? Понял тебя. Давай-ка так. Тихо, тихо, тихо. Черт, наверху, прямо над нами. Хорошо. Чего? Как она заметила? Это нехорошо. Ладно. Найдите негодяев. Зараза. Ну-ка поближе. Есть. Но в принципе это не тревога. Тебя. Отлично, помощник. Встретимся на вышке. Жду тебя здесь. Внимание, постель мокрая. Повторяю, постель мокрая. Кто это?
Как ты попал на эту частоту? Нет времени объяснять, но твой бункер обнаружен. Поторопись. Черт. Я в доме Бойда. Вышли вертолет, и я разберусь. Времени нет. Следуй за вертолетом к дому Бойда, дай цели сесть, и они поведут тебя по дороге из желтого кирпича. Помни, как бы иронично это ни прозвучало, нужно обойтись без крови. Только слежка. Без команды не вмешивайся. Вертолет как раз вовремя. Если есть костюм крыло, можешь следовать за ним, спрыгнув с вышки. Ты это мне? А если нет, квадроцикл тоже подойдет. Шевелись. А я тут развлекаюсь. Так, секундочку. Квадроцикл тоже подойдет. А здесь есть квадроцикл, господи. У меня нету костюма крыла. У меня нету костюма крыла. Где здесь квадроцикл взять? Черт, тебя подери. Да я понял. Вот квадроцикл как раз, отлично. Погнали за ним. Давай, газу, газу, газу. Фига себе задание. Я чуть-чуть отвлекся. Погнали за ним. Вот это уже повеселее. Вау, чертов камень. Давай, 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 давай. Главное, чтобы не ушел. Хотя нормально, 160 метров. Слева что-то произошло. Это фигня, сейчас догоним. Тихо. Дай ему залезть в вертолет. Помни, нужно выяснить, где он прячет кассету. Сумеет. Я понял. Справится любой идиот, если дать ему палку. Шпионаж, вот что отличает нас от животных. Окей, он полетел. Я на самом деле просто хотел протестировать вот эту винтовку свою с оптическим прицелом. Ну и маленечко облажался, кинул гранату. А дальше уже само понеслось. Так, едем за ним. Едем за ним. Куда-то машину налево тянет постоянно. Просто... Воу! Это как специально для меня было заготовлено. Ух-ху-ху! Работал в отеле. Ага. Нос в дела гостивший у них важной шишки и вскоре об этом пожалел. Так. Он бежал из Кремляндии в Штаты, и знаешь, что потом? Иосиф нашел его и предложил убежище. Босс не будет плясать под дудку этого бородатого недоумка. Я не позволю. Ха-ха-ха. Он сказал, бежал... Чёрт. Пока этого мне здесь не хватало. Бежал из Кремляндии. Это имеется в виду, что как-то связано с Кремлем и Россией. Блин, зараза. Проедем, не проедем? Да проедем. Куда денемся? Правда, за мной хвост, походу. Но я надеюсь, что... Блин, они потеряются. Да я понял, сейчас догоним. 90. Сейчас догоним, сейчас догоним, сейчас догоним. Надеюсь, догоним. Все будет хорошо. Давай, левее. Да. Палку. Устрани его, когда он сядет. Наша цель — физическая копия. Вероятно, видеокассета. Найди ее к моему приходу. Окей, понял. Меня кто-то заметил. Черт! Черт, меня прям сходу заметили. Зараза. В дом. Я не могу. Зараза. Отдыхай. Эти-то здесь откуда? Да это тебе не скрыться, зараза такая. Все есть. Хорошая пальтишка. Бумер, с тобой все в порядке? Вроде да. Куда этот гад делся? Мне показалось, что он в дом зашел, нет? Где он? Где-то здесь? В зоне поисков. Найдите видеокассету ВХС в бункере. А, здесь где-то бункер есть. Все, окей. Я даже догадываюсь, где он находится. Хотя, может, и ошибаюсь. Нет, это просто пирс. Так, вот это странно сейчас. А, вот он, бункер. Хорошо. Тихо. Кто-то ранен. Я надеюсь, что... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Спокойно. Странно, здесь никого. Но кто-то, сюда кто-то заходил с кровотечением совсем недавно. Давай быстренько осмотрим все. Баксы. Что здесь интересного есть? Компромат. Дмитрий, у тебя единственная копия этой записи. Мы спрячем тебя на самом виду в Америке. На северо-западе мы нашли небольшую группу религиозных экстремистов, вооруженную, но малочисленную. Это хорошее прикрытие. Оно поможет тебе избавиться от ЦРУшника, который висит у тебя на хвосте. Сиди тихо, пока мы не выйдем на связь.
Гея Воронина. Я был прав. Финляндия. Хорошо придумано, блин. А вот и кассета. Ну, ничего мне не скажешь? Нет, ничего не скажет. Здесь вроде все. Сиди тихо. Да его здесь и нету, черт побери. Ладно, пошли наверх. А я думал, Уиллис выйдет со мной на связь. Неудачненько как-то мы сюда заехали, да? Давайте, давайте, мимо проезжайте. Уиллис тут. Нет, сэр, мне не довелось пробовать тако в вашем заведении. Сэр, рад сообщить, что мы вернули пленку. Что-что? Вы меня разыгрываете. Глава администрации? Почту за честь, я буду ждать. Ты точно с кем-то говоришь по телефону или сам с собой? Прости, у меня тут наклюнулась рыбка покрупнее, так что на это лень тратить время. Да, окей. В Америке сделка есть сделка, но это все-таки новая Америка. Знаю, ты на что-то рассчитывал, но так вышло. Вспомнилась тут бабуля мне всегда говорила: в одну руку сри, в другую желай, увидишь, что получится. Чего? А, скучаю по ней. Ну все, до встречи. Хантли, ты сейчас шутишь? Ты со мной так не шути. Ага. Ну-ка. Может, ты мне еще какое-то задание дашь? Взгляни. Здесь как будто уменьшенная копия Америки. Врата Эдема, переселенцы, обосновались тут в поисках счастливого будущего, но взбунтовались против людей с другой верой. И по другую сторону ты и твои бойцы. Разных рас, статусов, религий. Вы стали единым фронтом, как настоящие американцы. И решили показать, что фашистам-сектантам тут не место. А ты-то что здесь забыл, господи? Вот зараза, он меня кинул. Представляете, он меня кинул. Вот гадина такая. Так, ладно, где мы с вами находимся? Мы что-то очень далеко уехали. А мы с вами сейчас... А, я понял где. И что у нас тут рядышком? Зип-кубка. Кто такой? Ну что, давай до него доберемся. Почему бы нет? Это совсем рядом, 240 метров. Бумер? За мной. Чего? Он тут что-то жжет. Как туда попасть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, проход, отлично. Зип. Кубка. Обнаружен новый персонаж. Наконец-то. Хоть кому-то нужна истина. Ты что здесь делаешь, эй? У тебя лицо, что ли, обожжено, да? А, ты тоже ищешь справедливость? Ну, типа того. Да, я в курсе, кто ты. Ты помощник, и ты разворошил гнездо сектантов. Было дело. От этой секты дурно пахнет, и ты знаешь, что я прав. Скажи, скажи это вместе со мной. Мы рабы правительства! Отлично. Контроль над разумом. Да-да, друг, это они и планировали. Ты это знаешь, я это знаю. А хочешь знать, как они это делают? Виновата еда. Но теперь уже нет. Мы с тобой отымеем правительство. Раком. Я Зип-кубка. Объясню все по пути. Погнали. Залезай. Ну окей. Давай. Истребление мяса. Истребление мяса? Подожди. Я догадываюсь, о чем эта миссия сейчас может быть. Ну давай, веди. Никакого конца света не будет. Это все дьявольские уловки правительства. Нас хотят запугать, чтобы мы не поняли, что на самом деле происходит. Мы для правительства подопытные кролики. Усыновление, химическое загрязнение, управление погодой, пестициды и всякое ГМО. Я тут покопался на складе и нашел бочки с этим варевом, которое мозги размягчает. Ты понимаешь, о чем я? Блажь. О ней. Но при чем здесь правительство? Животным мы их поедаем и подчиняемся. Мы должны уничтожить этот инструмент для промывки мозгов. Я надеюсь, что ты про блажь, а не про животных. Это, скорее всего, миссия как... Нет? Ты все-таки про животных? Я слишком люблю животных, чтобы их убивать. Ах ты дрянь! Да, помощник, я говорю об эвтаназии. Только так. Ах ты дрянь! Должны умереть. Я тоже люблю животных, дружище. Вот ты дрянь, а? Куда мне идти? Черт бы тебя подрал, а? Что-то мне не нравится эта миссия. Ну-ка. Черт бы тебя подрал, кубка. Тихо.
Меня кто-то палит. Но здесь можно много очень стражников. Чё? Чё там творится? Это абсолютно точно не я сделал. Что за ерунда? Тихо. Убить одурманина животных? Чё там творится? Смотри, на них медведь напал. Вау! Вау! Я вообще ничего не сделал. Это само собой началось. Вот это да. Мне будет тебя не хватать. Давай сейчас снимем вот этого, который мечется тут. Отдыхай. Всех достал? Нет, вижу еще. Да не всех я достал. Видишь, там что творится? Чертовщина какая-то. Добрейшее существо. Вау. Спокойно. Это само собой началось, я тут вообще ни при чем. Я к тебе привязался. Разберись с остальными. О, малышка, ты была самой лучшей. Отправляйся в лучший мир, Клэр. Обалдеть. Я буду скучать. Секунду, не надо палиться. Сейчас с ними со всеми разберется медведь. Ну а потом уже мы как-нибудь с медведем разберемся. Так, вижу, раз, два. Медведь пошел куда-то туда. Так, странно, видимо, они очень сильно его подранили. Чё за фигня здесь началась? Кубка, а? Как это произошло? Я же вообще не стрелял. Так. А, их больше. Раз, два, три. Вы медведя-то нашли, нет? Потому что меня они точно не видят. Блин. Мечется туда-сюда. Вот это нехорошо. Отлично. Раз. Там просто еще один. Так. Два. И вот там последний. Тихо. На крыше. Есть. Здесь еще парочка. Спокойно. Нужно убить медведя. Тихо. Черт, промазал. Ладно. Блин, он меня не видит, абсолютно не видит, класс. Спокуха, сейчас он остановится. Вот так, черт! Ты посмотри на них, а? Как гориллы носятся, ладно, так я не достаю. Это досадно. Во, отличная позиция. Сейчас он выйдет на скалу. Минус. Ну, высунься, а? Давай, бумер. Бумер. Ладно, плевать. Надо медведя добить, все. Жесть. Но я почти не убивал здесь животных. Они как-то сами умерли. Они реально как-то сами умерли. Шкура черного медведя, горелое мясо. Либо это он начал все-таки. Как вариант. Действительно, как вариант. Скорее всего, он во что-то выстрелил, это все начало взрываться, и тут животные стали метаться туда-сюда. Я заминирую тут все. Ага. Подкрепление уничтожит огонь Всевышнего. Отлично. Такое подкрепление, никто тревогу не поднимал. Любой демон, который сюда сунется, взорвется. Силостная башня. Так, этого секунду. Хватит. Туда. Отлично. Еще есть? Нет, вроде больше нету. Пойдем в дом зайдем. Бедных, невинных животных. Довольно. Хватит, Кубка, хватит. Так, записки сектанта. На складе недавно видели постороннего. Я писал его Иоанну, и он сказал, что это Зип Кубка. Возможно, раньше Зип тут работал. Это человек потерянная душа. Он ожесточен и совершенно непредсказуем. Надо быть начеку. Возможно, Зип хочет расстроить наши планы. Да, ребят, вы не ошиблись. Именно это он и сделал. Слушайте, это было очень жестко на самом деле. Ладно, давайте присоединимся к нему. Что здесь? Вместе мы пройдем через Эденские врата. Хорошо. Идите нафиг. Оу, отлично. Сейф. А могу ли я взять какое-то умение, которое поможет мне вскрывать сейфы? Это тоже было бы очень полезно. У меня всего одно... А, у меня всего один навык. Потому что я взял оружейку. Так, хорошо. Значит, тогда мы с вами берем вот это. Присобачиваем вот сюда. Отходим отсюда. Фига себе. Сколько? Еще 250, что-то очень мало. Что тут творится? Ну что, Кубка, что дальше?
А? Охраняйте скотный двор. А что, сейчас какое-то подкрепление подъедет? И вот они. Где? Стойте. Что? Нет, нет. Они ведут коров. Точно, я понял. Правильно. Машина. Нет, назад, коровы. Черт побери, там же все заминировано у него, да? Вот это задание так задание, блин. Вот это да. О, блин. Он реально сумасшедший. Он просто сумасшедший. Так, хорош. Есть. Где-то... Черт, совсем рядом. Давай-ка останемся в сознании. Бумер, помогай. Бумер, помогай. Давай, 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 давай. Это было чертовски неожиданно. Вижу еще двоих, да. Справа. Где? Кто стреляет, черт побери? Кто по мне стреляет? Фух. Бумер, спасибо, дружок. Спасибо. Вот тот, что ли? Это вот тот такой меткий? Походу, да. Потому что никого другого я не вижу. Ты так хорошо стреляешь, чувак. Есть. Еще один последний, все. Все, отлично. В конечном счете мы победили. Но... Ну, вон пару коровок живы. Очень странное задание, реально очень странное. И как-то не очень хорошо проработано было. Навык мастер взрывотехник. Новый навык доступен в соответствующем меню. Здорово получается. Но сектанты не будут сидеть на жопе ровно. Мы нападаем, а они дают сдачи с новой силой. В небе тебя будут караулить птички Иоанна, а на дорогах конвой. Гляди в оба. Вооруженный конвой в долине. Это далеко, нет? Что за фигня? Это как раз птички Иоанна? Спокойно. Ну ладно, у меня в принципе есть винтовка. Можно с винтовки попытаться пострелять. Все? И нету птичек Иоанна. Ладно, это было неплохо. О, классная тачка. Уничтожьте грузовики Иоанна на востоке, уничтожьте на западе и на севере. Где это вообще? Где это вообще? Это вот это что ли? Нет, это зип-кубка. Его, скорее всего, теперь можно нанимать. Вот здесь вот, я так понял, да? Здесь, здесь и здесь. Но это мы все ближе и ближе подбираемся к Фолсенду. А вот здесь рядышком у нас с вами тайник выживальщиков. Давайте до него сгоняем. Что-то мне от этого сумасшествия не очень весело как-то стало. Не будем включать музыку. Музыка, скорее всего, лицензионная какая-нибудь. Защищенная авторским правом. Это что такое? А, просто. Кстати, здесь можно прямо стрелять из пистолета, если не ошибаюсь, прямо перед собой, да? Спокойно, хуй с ху. А как я промазал по тебе, а? У тебя все в порядке, дружище? Я всем говорил, но меня не слушали. Ага. Секта давно делает наркотики на заводе удобрений. А теперь эта дрянь попадает в воду. Надо прикрыть эту лавочку. Во. Вот это я понимаю, завод Гринбушей. Это далеко, нет? Вот это я понимаю, вот это действительно нужно сделать. Смотри, у меня просто здесь еще не выполнено. Депо Каперхед, мы куда-то далеко убежали на самом деле. Сейчас так что до тайника, а потом туда. Потому что я помню, что мне кто-то говорил туда сходить. Погнали вперед. Так, вот здесь тайник, и здесь какая-то перестрелка идет. Что за жесть? Ну-ка, аккуратненько, по-тихому. Чё за фигня? Мне кажется, здесь не только тайник. Здесь нужен ключ. Мне кажется, здесь не только тайник, здесь еще что-то. Чего? Ладно, надеюсь, что мимо. Так, тайник вот там. Вот там. Но это просто кто-то местный, какое-то сопротивление. А с кем ты перестреливался, дружок? А, ты, видимо, убил тех, с кем перестреливался. Просто машина, опять же, да? Вроде все путем. Ну-ка. Записка сопротивления. Если меня читают эдемщики, знаете, вы у меня на мушке. Если вы сопротивление, приходите к элеватору, буду ждать вас внутри. У меня крутые игрушки, которые можно использовать против сектантов. Только смотрите под ноги по дороге сюда. Мои маленькие друзья не любят, когда их беспокоят. Маленькие друзья. Осиное гнездо. Ну-ка, где? Вот там, 26. Слушай, а я могу к тебе как-нибудь забраться, нет?
Нет, забраться я к тебе не могу, я могу только от тебя спуститься. Маленькие друзья, это осы? Я слышу действительно ос. Как мне к тебе туда попасть? Опа. Спасибо. Только у меня нету на это места. Оба-на. Sacrifice the weak. Жертвуй слабыми. Ну-ну. Ну-ну. Хорошие диалоги. Кто сказал, что вы сильные? Так. Как мне к тебе попасть? Вот здесь, понял. Тихо. Здесь кто-то был. А, он просто мимо проезжает. Ладно. Да я пытаюсь. Подожди. Это просто труба. Так, а где у меня там оружейка вот такая? На восьмерке? Нет? Нет, где у меня обычная оружейка ближнего боя? Вот здесь вот, все, я понял. Это я, не переживай. Так, здесь нужно быть аккуратным. Полезли. Ёп. Как мне это обойти? Как мне это обойти? Друг мой. Ну ты даешь. Давай аккуратно. А что, и демщики типа так пройти не могли? Ты думаешь, у них мозгов на это не хватит? Черт! А, блин. Вот это жесть. Вот это жесть. Я хочу пройти туда к сейфу. Я хочу пройти к сейфу. А могу ли я это как-нибудь, я не знаю, по-другому открыть? Секундочку. У меня же на самом деле не так много вот этих зарядов. Или... Да нет, хватает на самом деле. Хватает. Блин. Мне нужно это осиное гнездо сбить, чтобы туда попасть. Если я его собью, они на меня нападут по-любому. У меня есть одна идейка. А что если вот так? Ну-ка. И все. Отлично. И все. Теперь у нас есть доступ к этому сейфу. Так. Отходим. Нормально. Че, вкусненького припрятал? 250 баксов. Чего у вас так мало, эй? А. Скорее всего, нам куда-то вот сюда. Надпись наверх. Понял. Черт, чего-то. Спокойно, аккуратненько. Здесь вроде все путем. Слушай, как много здесь сектантов сюда подваливает постоянно. Ну, потому что он их отстреливает, они продолжают приходить. Черт, блядь, я подрал, зараза такая, а? Второй раз я к тебе уже не пойду. Куда теперь? Сюда, блин. Это нехорошо. Оп. Нормуль. Теперь туда, да? Вот так вот. Давай. Черт. Какого черта я здесь свалился? Может быть, я не в ту сторону просто... Ну-ка, еще раз. Во! Хорош. Теперь сюда. Еще что-нибудь есть? Нету. Дружок, я почти у тебя. Я тебе сейчас ноги повыдергаю за все это. Ты где? Чего? А где он? Куда он делся? А, раскраска «Золотая медаль». Разблокирована в магазине. Сокровища выживальщиков. Неплохо так. Но на самом деле реально неплохо. Еще стрелы. Ну, с этой стрелой у меня порядок. Метательные ножи. Кстати, метательные ножи. Мы с вами можем выбрать... А, они так здесь выбраны, отлично. Ладно. Просто так, картиночка. Больше вроде ничего. Да, вроде больше ничего. Использовать трос. А, с бумером что-то нехорошее случилось. А как это произошло? По навыкам. 7 доступно. Давайте возьмем вот это, чтобы он быстрее у нас восстановился. Окей, получим. За 4. А что еще могу взять? Возьмем парашют. И хорошо бы взять костюм крыло. Ладно, давайте разбираться, куда мы можем с вами отправиться дальше. Здесь совсем рядом у нас с вами транспорт сектантов с припасами. Этот бензовоз, да? Но его просто нужно взорвать, если я не ошибаюсь. Что там такое? Опять сектанты? Черт бы их подрал. С девушкой. Че ты там делаешь с ней? Катамаунт. Золотые шахты. Тихо. Проезжай мимо. Спокойно, спокойно, спокойно. Они еще не знают, да помоги мне. Тихо. Как все тихо и мирно. Привет. Спасибо. Держи. Пригодится. Что? Говорят, сектанты ошиваются вокруг старого дома Охары. Пытаются попасть внутрь. Понятно, что им надо. Припасы.
Надо их опередить. Спасибо. Проклятый дом Охара. Это далеко ли или как? Ну-ка, а если я вот так вот через таб? Тайник выживальщика. А это здесь, скорее всего, это в зоне веры. Так, а я хотел на самом деле сгонять вот сюда. Депо, Копперхед. Сектанты снимают металл со старых поездов, чтобы укрепить им свои бункеры. Потому что здесь еще рядышком есть вооруженный конвой в долине. Как минимум нам его нужно выполнить. Это один из... Так, конвоев. Здесь тайник. Здесь сможешь. Хорошо, спасибо большое. Я именно этим и занимаюсь. Так, давайте-ка. Прямо через лес напрямик. Песик мой отдыхает. Через сколько там? Через 4 минуты восстановиться, да? Спутник иногда приносит оружие после атаки. Отметит всех врагов в области действия. Хорошо, поинтер. Давай прям напрямик через лес пройдем. В принципе, 500 метров это не так много. А с другой стороны, может быть, сейчас здесь поохотимся на кого-нибудь. Но это был не сектант. Так странно, что здесь и сектанты ходят, и не сектанты ездят. Машина. Машина. Тихо. Кто? Что? Непонятно. Теперь это моя машина. Теперь это моя машина. Погнали. Черт. Че ты? Зараза такая, а? Взял, спалил меня. Элитник? Элитник, сейчас побери. Ну-ка. Вот ведь гад, а? Так, секунду. На, лови. Давай, аптеку. Заткнись. Сколько раз тебя нужно попасть, чтобы ты умер? Вип-сектант убит. Не элитник, вип. Так. Да ты кто такой, эй? Чё? Ты кто? Привет. Не дай им затащить меня в бункер. Да не дам, конечно. Они заживо сожгли всех рабочих на ферме Sunrise. Понял тебя, обнаружено новое место охоты, пума. На ферме Sunrise. Дальше он ничего не сказал толком. Здесь что-нибудь могу? Ключи? А, подожди, это мага... Нет, секунду. Малыш, говорят, что они заживо сожгли всех рабочих на ферме Sunrise. Я тебя понял, я понял. Вот здесь магазин. А, это магазин транспорта. А, я здесь могу продать добычу. Ну, в принципе, почему бы нет? Можно быстренько продать добычу. Все, 1870. Вот это сейчас было неожиданно. 7000 монет у нас. Предметы. Секундочку, что у меня там за винтовка? Я хотел посмотреть, на самом деле. Нет, не то. Боеприпасы, мастерская. Мастерская? А что я могу купить? А у вас мотоциклы есть? Так. Нет, только вот такие. Блин, а я думал, может, мотоцикл будет. Это все неинтересно, в принципе. Смотри, какая красотка. Бутлегер за 3500. Этот Kimberlite ZZT 1970 года в свое время верно служил бутлегером. Ну-ка. У него просто наверху пулемет. Сдвоенный. А я могу прям ехать и стрелять? Или как? Секунду, я могу его сейчас вызвать? Так, мастерская. А, доставка со склада. Где мой транспорт? Вот здесь? У меня купленное должно вот тут вот быть, да? И управлять транспортом. Да, вызвать бутлегер. Где он? Опа. Черт. Как-то неудачно получилось, черт побери. Как-то очень неудачно получилось. Может, здесь что-то еще интересное? Что это? Рапорт о вызове. Пациент, зип-кубка. Жалобы. Запор ввиду наличия в заднем проходе инородного предмета. Чего? Шесть. Лечение. Удаление инородных предметов. Заметки. Инородный предмет 1. Небольшой американский флаг, свернутый. Инородный предмет 2. Фигурка статуи свободы. Ограниченное издание. Инородный предмет 3. Карманы издания Конституции США. Свернутое. Все предметы извлечены и возвращены мистеру Кубке. Лечение входит в медицинскую страховку? Нет, пациенту выставлен счет. Жесть какая. Кто там у нас? Он пытается уехать на моей машине? Жесть. Слушайте, это просто сумасшедшая игра. Обалдеть, мне она так нравится. Так, здесь что-нибудь есть? Нет, здесь заперто. Вроде больше ничего нет интересного. Тут... осмотр беременной недели 36. Пациент Кимика Рай. Вес 72. Длина плода 28 сантиметров. Осмотр таза шейки матки в норме. Пациентка ощущает повышенную тревожность в связи с деятельностью врат Эдема. Кто стреляет?
Грузовик осмотрен. Какой грузовик? Черт! Вау! Почти убило, зараза, а? Там еще один. Откуда вы здесь взялись, сволочи, а? Стой! Ну, высунься, а. Черт. Есть. Все? Блин, а? Придурок, ты как их сюда притащил-то? Какой грузовик осмотрен? Где ты грузовик видишь? Я не вижу ни одного грузовика. И как мне уехать теперь на моей тачке из этой коробки? Блин! Что? Как? Как это могло произойти? Дружище, мне нужно еще одну машину вызвать. Можешь? Только не в коробку, пожалуйста. Вот это да. Так, секунду. Давай еще одну вызовем. Да. Управляй транспортом. Вызвать, да. Транспорт скоро прибудет. О мой бог. Ладно, я пешком. Куда я собирался, кстати, пойти? Здесь вроде недалеко было. А, вот сюда, все понял. Вот сюда идем. Освободите аванпост сектантов. 400 метров. Депо Каперхед. Осторожно, пумы. Понял тебя, значит поохотимся, если встретим. Бумер, малыш, за мной. Сейчас мы с тобой охотиться пойдем на пум. Надеюсь, ты не против. Отлично, погнали. Если кого-то заметишь, сразу свисти. Что? Я слышал что-то типа орла. Ты не слышал? А я слышал. Но где? Можешь дать наводочку? Впереди вон там что-то. Тихо. А, вертолет. Прям над нами. Но я отсюда не попаду. В смысле, в пилота. Смотри. Здесь что-то. Обнаружено новое место, пума. И волк. Все, отлично. Все путем. Забираем здесь все. Так. Это у нас хорошо с тобой вышло. И очень неожиданно. Если увидишь пуму, свисти, рычи, делай что хочешь. Главное, чтобы мы ее заметили первой, а не она нас. 80 метров. Интересно, а здесь есть где-нибудь медведь, которого можно отпустить? Или что-нибудь типа того? Так, спокойно. Здесь их реально много. Да, здесь их реально очень много. Здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы все получилось нормально. Раз, два, три, четыре, хотя... В принципе, я не думаю, что я с такого расстояния смогу с лука попасть. Можно, конечно, попытаться, но далековато. Сколько это метров, как думаешь? Что-то у вас здесь, ребятки, чертовски много на самом деле. Этот уже ушел туда почти. Так, ну-ка, отметка 120. Четко. Хорошо. Того смысла нет стрелять, потому что там слишком много сектантов. Они заметят, что с ним что-то случилось, даже прямо под ним. Тихо, бумер, тихо. Вот, прямо передо мной один. Да, попытаемся с другой стороны обойти. Может быть, что-то еще увидим. Дорога закрыта. Черт, с два. Ага, спасибо, бумер, спасибо. Спасибо. Вроде теперь отметили всех. Так. Как так? Нормально. Видимо, какая-то преграда была просто. Так. Вроде его никто не заметил, да? Угу. Один там, второй здесь. Нам нужно дождаться, когда вот этот куда-то уйдет. Тихо. Черт побери. Когда вот тот куда-нибудь уйдет. Тогда у нас все получится. Надо мной вроде больше никого. Хотя, смотри, вот сейчас идеальный момент. Просто идеально. Есть. Двое осталось. Есть. Может быть, чуть больше. Спокойно, здесь поднимемся. Чтобы был обзор. Нужно сначала право. Не попал. А вот это нехорошо. Отец, спаси! Сейчас в
Я тебе сейчас врублю тревогу. Молодец, Бумер. Давай, грызи его. Грызи. Грызи, гада. Отлично. Тревога не поднята. Фу. Жалко, конечно, что запалили, но мне казалось, что я попаду. Еще один вопрос за нами. Сколько там? 400 баксов бонус за прохождение без поднятия тревоги. Разблокируется новая машинка. Мне вот что интересно, ведь за, наверное, то, что... Чтобы меня вообще не заметили, еще больше дадут, да? Грех отравляет. Угу. Он толкает нас на чудовищные поступки. Я знаю, что ты чувствуешь. Знаю не понаслышке. Но я могу помочь. Я очищу тебя от грехов. Освобожу твою душу. Будет непросто и придется помучиться, но... Это того стоит. Жди моих людей. Жду. Они приведут тебя ко мне. Не противься. Чем сильнее ты сопротивляешься, тем болезненней будет очищение. Я жду. Пускай приходит. Охренеть. Ты прям насал Иоанну в компот. Теперь он точно от тебя не отстанет. Да я заметил. До связи. Хорошо. Вы получили метку. Какую метку? Что такое метка? Я получил метку? Какую метку? Хм, странно. Здесь какой-нибудь тайничок же должен быть, по-любому. На крыше один торчал, подожди. Один торчал на крыше, да? Вот здесь я его снял. Но здесь больше ни черта нет. Начнем охоту на копов. Да один хрен. Группа захвата приближается. Пулями с блажью? Пули с блажью вырубят его! Где они? Это тебе за помощь. Вот там птиц летит. Они сзади, да? Помощник нужен живым. Хватит одной пули с блажью. Да. Как же? Давай, попробуй. За ним! Вижу. Тихо. Они не знают, где я. У него гребаный шлем. Ладно, справился. Еще одна группа захвата. Черт, да зараза! Бумер, ты что делаешь? Фу, я в нем застрял. Да прям вырубят. Давай, попробуй. Вот это неожиданно. Начнем охоту на копов. Ага. Темнеет. Это мне на руку. Осторожно! Одного выстрела хватит. Спокуха. Начнем охоту на копов. Черт. Ну-ка! На, сволота! Почти вырубил меня, зараза! Аптека! Черт! А можно ли было отбиться? Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Вот ведь гады, а? Все-таки достали. Ведь лишь тогда мы предстанем пред взором Божьим. И пройдем через его врата в сад Эдема. Подожди. Ах ты гад. Он не готов.
ритуалы? Да. Нет, Иосиф. Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Вот это неожиданно, что нас спас отец. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах, вы твари. Черт.